Всем привет! Меня зовут Александра, и я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня будет видео другого формата, не вышивального. Хочу с вами сделать обзор вот этой посылки, которая мне только что пришла с AliExpress. Это такие развивашки типа для детей. Купила для дочки. Вот. Это чтобы делать такие очки с фетрами, как алмазками. Вот, пришли мне такие. Сейчас я открою один комплект и с вами посмотрим, что там внутри. Вот я вытащила из пакета один комплект. Это у нас идет типа превью. Здесь показаны всякие, как собирать можно. Потом у нас в пакет входят пластиковые очки такие. Что тут колечки, видать, это скотч, чтобы приклеивать на очки. И из Фомирана, наверное, это идут вот такие. Это, видать, самая большая основа приклеивать тут. И тут уже всякие вот такие маленькие вырезанные части, чтобы потом составлять нашу композицию на очках. Вот, значит, я как смотрю, то у нас показано, что вот эти очки у нас должны собраться из всех частей. Вот такие. И у нас есть самые разные. Мишка, вот тут зайчик, овечка, да, вот вы видите, собачка, лягушка, панда. У нас их где-то около 20 наборов. Окуша, ну все так. Зая, потом сделаем, хорошо? Вот такие у нас развивашки. Еще в дороге у нас другие. Вот здесь алмазики, чтобы приклеивать. Вот там, да? Тут. И сейчас мы с дочкой попробуем сделать один комплект. И потом я вам покажу, как это будет выглядеть уже в готовом варианте. Вот моя дочка собрала только что очки. Только не смейтесь, не критикуйте. Собирал ребенок 3 лет. Вот такие они получаются. Вот. Здесь они приклеены, все. Вот. С кристалликами. Это у нас на Фомиране все приклеено. И у нас осталось даже несколько кристалликов. Вот 6 кристалликов осталось. И такие у дочки сейчас чумачечные очки. Вот, так что, если вам интересно, я ссылочку оставлю на магазин в AliExpress, я оставлю ссылочку в описании. Если кому-то тоже пригляделась эта идея, чем занимать ребенка в эти дни, в которой мы сидим сейчас с вами на самоизоляции, проходите, если кому-то интересно, покупайте. Вот, у меня еще едут ко мне другие занимашки, тоже такие развивашки для детей. Так что, когда придут и другие вещи ко мне, я вам тоже обязательно покажу. Может быть, кому-то из вас будет интересно прикупить такие вещи и для своих малышей. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч в следующем видео. Всем пока!